3 миллиона рублей заплатят нетрезвые астраханские водители. Именно такова сумма штрафов, которую выписали астраханские инспекторы за минувшие выходные. Около 100 водителей с алкогольным опьянением были остановлены на астраханских дорогах в праздничные дни. С 9 по 11 мая инспекторы ДПС провели на астраханских дорогах несколько рейдов по выявлению правонарушений. В праздничные дни сотрудники Астраханской госавтоинспекции провели на работе. Инспекторы патрулировали улицы, выявляя правонарушители на дорогах города и области. Большая часть нарушений была зафиксирована на площади Вокзальная. Здешние водители, как выяснилось, любят свернуть налево. Однако делать этого на выезде из торгового центра нельзя. Согласно новым правилам, участники дорожного движения должны проехать направо до прерывистой разметки, только потом совершить разворот. Но таких законопослушных автолюбителей было немного. Остальные просто пересекали двойную сплошную. Напомним, за такое правонарушение предусмотрено лишение права управлять транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Дмитрий Александрович, вы нарушили двойную сплошную. Подобные профилактические рейды будут проводиться сотрудниками отдельного батальона ГИБДД номер 3 и специализированного взвода ДПС на протяжении всех праздничных дней. То есть убедительно обращаемся ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными, осторожными, строго соблюдать правила дорожного движения. Этот молодой человек не только пересек двойную сплошную линию, но еще и был нетрезв. Ключи, Боря, ключи. На гермоштепсель. Всего за майские праздники на дорогах региона полицейские выявили 99 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Нарушители выплатят штрафы на общую сумму около 3 миллионов рублей. Кроме того, им всем грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет. Жанна Алиева, Серик Намазбаев, Новости 24, Астрахань.